можешь начать? Это моя кукла Братс. Я она с первого класса. Она афроамериканка с большими пышными волосами. Вот так играючи с помощью мягкой игрушки Наталья Астахова преподает студентам педагогику. Будущие учителя начальных классов наставницы души не чают. Для них она больше, чем педагог. Встаешь утром, думаешь, ну вот сегодня у нас Наталья Ивановна, и настроение сразу поднимается, ты идешь и знаешь, что не только она с тобой поделится опытом, но и ты ей дашь что-то новое. И вот этот коннект, вот это взаимодействие, это просто очень классно. А еще Наталья приобщает студентов к делу своей жизни – волонтерству. К примеру, сортировать мусор. К слову, снимая в прошлом месяце экологическую акцию, мы познакомились с нашей героиней и захотели узнать про нее как можно больше. Оказывается, Наталья Астахова много времени посвящает чужим детям. Есть детки с инвалидностью, кому я на дом езжу заниматься там, только хитростью какую-нибудь надо удивлять, каждый раз какой-нибудь фокус, какая-нибудь поделка интересная. Особенно я там волшебную сумку открываю, а что там сегодня? Ну, люблю это дело. Обучением детей не ограничивается, помогает и пожилым, привозит музыкальные инструменты, чтобы те играли, а еще выкладывает специальными алмазами иконы и отдает их в храмы. Но самое любимое занятие – волонтерить на спортивных чемпионатах. Нашу землячку даже показывали на федеральных каналах. К слову, друзья, за отличительную эмблему на волонтерской форме прозвали Наталью «Волонтер с подсолнухом». Футболе, а в... я всегда работаю в функции работы со зрителями. То есть это общение, это движ, это ты знаешь, человек стоит растерянный перед этой махиной огроменной, и ты знаешь, как ему пройти, особенно два раза на чемпионате мира и на Кубке была в функции работы с МГН, то есть коляска, и ты подходишь человеку, и он, слава Богу, и он с тростью садится в коляску, ты его довозишь до места в стадионе. День Натальи Астаховой расписан по минутам, занятость стопроцентная. Но ближе к ночи у нее есть один час на себя. Тратит его на друзей, вышивку, а рано утром снова в строю. Помогает людям, в первую очередь супругу-инвалиду, который нуждается в жене, как никто другой. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.